Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Huawei Y6 второго поколения. Сейчас я покажу вам, как на этом устройстве изменить дату и время. Итак, вначале открываем приложение «Настройки», затем выбираем пункт «Расширенные настройки». Здесь выбираем пункт «Дата и время» и отключаем подпункт «Дата и время сети». И сейчас нам доступны изменения даты, то есть можем месяц, день менять, что хотим, год и времени. Время меняем точно так же просто. Вот и все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ну и до скорых встреч. До свидания.